Сотрудниками департамента полиции города Шымкент проводится досудебное расследование по факту смерти 3-летней девочки. По предварительному заключению экспертизы, причиной смерти малолетней девочки является механическая асфиксия рвотной массы, которая могла произойти в результате падения, так как имеются признаки сотрясения тела. Вместе с тем, экспертизы на теле девочки признаков насилия не обнаружено. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование по делу находится на контроле руководства прокуратуры и департамента полиции города Шымкент.